Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как сделать возврат ваших покупок, донатов с App Store. В этом видео я вам расскажу два пути. То есть первый путь — это делаете возврат именно за покупку приложения игры. Вторая часть видео будет составлять того, что вам нужно вернуть возврат за донат. Или же, когда вы будете возвращать деньги за приложение, будет написано такое, как сертификат истек, там, или какие-то еще действия, то есть не соответствует и так далее, и так далее. Вы пишете в техподдержку. Первая часть за приложение, за игры, вторая часть за донат и за несоответствие, чтобы вы понимали. И вот тогда вы все прекрасно поймете, больше не будете задавать мне такую тучу вопросов, это видео ответит вам на все вопросы. Итак, я вам сейчас наглядно продемонстрирую, как это сделать. Вам нужно будет зайти в настройки, в вашу учетную запись, медиа, материалы и контент, посмотреть. Вы здесь проходите верификацию по Apple ID или Touch ID, что у вас за устройство. И смотрите вот история покупок. Опустились ниже, здесь прогружается информация. Я уже здесь оформлял возврат на некоторые приложения. И сейчас покажу вам на третьем приложении возврат. Вот, как можете заметить, Pro Movie. Вот, Filmic Pro, видите, я сделал уже возврат, то есть вернули, оно еще не дошли, конечно, эти денежки. Вот, Pro Movie Recorder, нажимаем сюда. Что вам здесь нужно? Вам нужно отправить повторно квитанцию, если вы за него забыли. Вот, я отправить повторно, все, перешло на мою учетную запись, я перехожу на почту. Здесь ждем наше письмо. Вот оно пришло, нажимаем на него. И здесь... Вот, увеличиваем, нажимаем «Сообщить о проблеме». Нас перекидывает на сайт Apple. Ждем. Прогружает информация. Опять же, авторизируемся. И здесь нужно будет внимательно указать те причины, почему вы хотите вернуть за это деньги. Если это приложение, выбираете, как я. Вот, «Запросить возврат средств» выбираем. Готово. Вот, покупка так не то, купленный продукт работает не так, как, в общем, заявлено. Жмем дальше, выбираем это приложение, отправить. Все, ожидает. Так можно с каждым приложением, которое вы покупали платное или еще либо с какими подписочками. Все, никаких трудностей здесь нету. Знаете, это очень быстро и комфортно делается. Смотрите, квитанция о покупках, информация о покупках. Есть такое-то приложение. И вот уже подтверждение отправки сообщения о проблеме. Здравствуйте, Владимир. Это сообщение подтверждает отправку запроса на возврат средств и один или несколько заказов из раздела «Сообщить о проблеме». Решение запроса, короче, 48 часов. Дальше, когда мне придет уже какой-то ответ, я уже буду по нему фигурировать, то есть там будет уже конкретно ответ, он уже будет одобрен или отклонен. 99% и 9%, как правило, одобривают. Придет еще раз сообщение, перейдете в этот же самый раздел, только с ответом. И все, вот так вот просто это делается. Бывает еще такой вариант, что возврат не соответствует покупке или же истек срок действия. Что же нужно сделать? Нужно будет перейти по ссылочке, вот как у меня здесь, выбираете вашу страну. Если там не получается именно с вашей, можете воспользоваться через Украину. Это всегда работает. Вот как я выбираю Украина, пишу имя на английском. Амелия. Адрес. И, допустим, Apple ID. Там тоже какой-то, там неважно. И здесь описываете на английском вашу ситуацию. Там, допустим, пишете, вы совершили покупку случайно, или вы совершили вообще не вы, а кто-то воспользовался вашим телефоном. Но такие действия не употребляйте часто, иначе можете запороть ваш Apple ID частыми такими возвратами, именно таким путем. Все здесь пишете и нажать «Submit», «Отправить». Все, это будет та техподдержка, которая с вами свяжется. В течение суток, максимум двое, вам ответят на этот вопрос, и вы решите данную ситуацию. Вам вернут за последний месяц, что вы надонатили в 100% объеме. За последний месяц. Не за все время, а только за последний месяц. Ссылка будет в описании. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Всем пока!